Всем привет, с вами Павел Косенко. Сегодня у нас очень короткое видео про то, как работают пресеты в приложении Dehancer для iOS. Итак, открываем нашу фотографию и сразу попадаем в раздел с пресетами. Это не пленочные профили, а готовые эстетические решения, которые включают в себя пленочный профиль, печатный профиль, определенные настройки экспозиции, зерна, виньетки и так далее. Мы стараемся создавать такие пресеты, которые сразу дают хороший результат для большинства фотографий. Но, конечно, вы всегда можете изменить любые параметры пресета под конкретное изображение. Более того, вы можете создавать собственные пресеты и обмениваться ими со своими друзьями. Давайте посмотрим на разные варианты обработки этой фотографии крупнее. Обратите внимание, что отличия между ними не только в цветовом решении, но и на уровне микроконтрастов, зерна, резкости, винитирования, свечения блум и красно-оранжевых ореолов Halation. Именно так и отличаются между собой реальные пленки. В настоящее время приложение Dehancer для iOS находится в стадии финального тестирования и скоро вы сможете найти его в App Store. Чтобы не пропустить релиз приложения, следите за новостями в наших соцсетях. Ссылки в комментариях. До новых встреч!